Рост экономики ускорится во втором квартале, НБУ. Фактические темпы роста реального ВВП в первом квартале были выше ожиданий Национального банка. Национальный банк ожидает ускорения роста экономики Украины во втором квартале 2018 года. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает пресс-служба НБУ. Сохранение деловых ожиданий предприятий на высоком уровне свидетельствует об устойчивом росте инвестиционной деятельности. Дальнейшему росту потребительского спроса домохозяйств будет способствовать повышению доходов населения, в том числе за счет военных пенсий, заработных плат и денежных переводов. Также в целом благоприятной остается конъюнктура на внешних рынках, говорится в сообщении. Так, несмотря на определенную коррекцию в отдельные периоды, мировые цены на весомые сырьевые товары украинского экспорта, сталь, железная руда, зерновые, остаются на достаточно высоком уровне, а страны, основные торговые партнеры Украины в целом растут быстрее, чем ожидалось. Вместе с тем, в один квартале украинская экономика ускорила рост до 3,1% в годовом измерении. По сравнению с предыдущим кварталом рост ВВП составил 0,9% сезонно скорректированного. Фактические темпы роста реального ВВП в один квартале 2018 года были выше ожиданий НБУ. В целом, в НБУ рассчитывают, что рост экономики Украины в этом году составит 3,3%. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.